Но всех объединяло одно – большое желание помочь больным детям и сделать что-то хорошее и доброе. Молодцы, что устроили такое мероприятие. Добрый вечер. Спасибо за то, что вы представили слово. Вкратце, у нас первая группа сыграла, и Плетнянский Новый Завет продемонстрировала силу духа, проявив лучшие качества, сыграв ничью с командой «Пересвет». Ну, затем распределились места таким образом, что «Пересвет» занял первое место, выиграв «Брянский рабочий» с более крупным счетом. Наших соперников. Вот во второй группе уже выступали команды «Вегас», и там проявил себя Владислав Канаев. Я посмотрел, навел справки, что на области и вообще даже в ПФЛ, я посмотрел, статистики, по-моему, нет никакой, если я не ошибаюсь. Он забил 4 мяча за 2 игры. Вошел в историю этого турнира как минимум. Жалко, что и команде не удалось огорчить город 32, который пятером играли второй матч, уже явно были на последних издыханиях. Вот. Но, тем не менее, 3-2 одержали победу. Во второй игре от СА 7-4 всего лишь выиграл у Вегаса. То есть, ну, команда проявила себя неплохо. Молодцы. Скидывать нарезку. Ну да, Иван Таранов там перевел. Чисто за высоко. Вот, 4, 8.
Thank you.
Один забил сегодня. Ну и зал большой, извини. Thank you.
свет, значит, ты выбрал. Причем как. И все ушло. 150 там стреляло. Больше, наверное,
не нервно, а с положительными эмоциями. Не ставили задачу никакую выиграть, но хотели набраться к сезону, подготовка была, в принципе, уже сделана. Ну и плюс помощь детям, не могли не откликнуться. Поэтому положительные эмоции от победы, от проведенной работы. Будем работать дальше, двигаться к поставленным целям. Удачи, спасибо. Какие впечатления? Добрый вечер. Впечатления от турнира самые радужные. Молодцы, что устроили такое мероприятие. Оно выступило и в качестве подготовки к основному турниру, областному, и в качестве помощи нуждающимся детям. Помогло, что помогло дать мероприятие? Помогло посмотреть, кто находится в какой форме на данный момент и с чем нужно работать. Будем пытаться исправлять ошибки. Спасибо. Ну что скажете, к сезону готовы? Процентов на 70-80. Еще пока не полностью готовы, но есть радужные перспективы, скажем так. Спасибо. Отвлеченные вообще футболом интересуетесь? Вы знаете, да, стала интересоваться футболом, когда начала возить детей на всемирные детские игры победителей. Там в Москве соревнуются разные команды с разных стран: Индия, Хорватия, Германия, конечно, Россия. И наши дети принимают участие. С тех пор я начала хотя бы немножко понимать футбол и соучастником этого большого мероприятия. А на данном турнире какие-то симпатии к кому-то проявляли? Конечно, как же. К тем командам, которые в первую очередь приезжали из области. Вот. Очень болела за Брянский Рабочий. К сожалению, я их не смогла увидеть, но я за них очень болела. Хотела им победы. Ну, это не важно, была ли победа или нет, участие. Это самое главное. Скажите, вот благотворительный турнир, он от обычного соревнования отличается? Ну, конечно, ведь, понимаете, одно большое доброе дело, оно сплотило многие команды и многих людей прямо из всей нашей Брянской области. Поэтому, конечно, это здорово, что мы, наверное, тоже были причастны к этому турниру. И вот соединились многие-многие команды. Я уверена, что они друг друга знают. Но всех объединяло одно – большое желание помочь больным детям и сделать что-то хорошее и доброе. В чудо верите? Обязательно. А в нашей жизни, вот, сегодняшней, место чуду есть? Обязательно есть, и оно случается. Главное, как вы сказали, в него нужно обязательно верить. Тогда все-все получится. И будут все вершины покорены, и будут победы, которых не удалось по какой-то причине достичь. Главное, свято и искренне в это верить.
Спасибо. До свидания. Да, спасибо.